Есть у нас в магазине короткие шипы InHeoUranus. Они дешевые и обладают очень приличными игровыми свойствами. Я ими, кстати, в настоящее время сам играю. Вот. И про них часто задают такой вопрос по поводу толщины губки. Вот у вас в магазине есть толщины 2.0, 1.8, 1.5, 1.3 и нету максималки. А в других местах есть только максималка и нет других толщин. Как так? Куда вы дели максималку? Что все это значит? Ну, дело в том, что на конвертах у них написана максималка. Но надо понимать, что в отличие от конкретно указанной в миллиметрах толщины, толщина макс не означает ничего конкретного. Это просто самая большая толщина, если есть меньшие, указанные конкретно. Или китайские фирмы часто пишут макс просто для единственной производимой толщины. Что конкретно это все значит для этой накладки? Про наш магазин, почему у нас есть 2.0, 1.8, 1.5, 1.3, а в других местах пишут макс. Дело в том, что мы, в отличие от других магазинов, не ленимся посмотреть, какая у накладки реальная толщина, что там, какая у нее на самом деле губка, взять это, измерить. И поэтому мы знаем, что у этой накладки реально от 2.0 до 1.8 идет разброс у тех, которые подписаны как максималки. А так, чтобы было больше, чем 2.0, это одна накладка на полсотни попадается или даже реже. Толщины 1.5 и 1.3 это вообще отдельный вопрос. Это спецзаказ специально для нас. И если их никто, кроме нас, не заказывал в производство, то, соответственно, больше их нигде и не найти. Вот, ну а я заказываю, чтобы делали и такие толщины. Вот, поэтому те, которые маркированы фирмой как максималки, мы измеряем и подписываем, соответственно, 2.0 или 1.8. И покупатель у нас тогда, заказавший накладку, он закажет 2.0, получит 2.0, закажет 1.8, получит 1.8. Ну а если заказывать в других местах макс, то что там придет, как повезет, что-то от 1.8 до 2.0. Очень редко, чуть больше, чем 2.0. Что же касается игровых свойств коротких шипов Uranus 100, об этом я планирую сделать специально отдельный обзор, а сейчас об этом говорить не буду.